хочется сказать молодым девушкам, чтобы выйти замуж, надо созреть. Да. Чтобы выбрать спутника жизни или жениться, нужно созреть эмоционально, физически, ну, духовно и где-то материально, то есть это да. расходы, брак — это расходы, это кормить детей, снимать жилье и так далее. И, то есть для этого нужно созреть, это большая ответственность. И а когда человек вступает такой вот незрелый, отсюда все беды, от того, что люди просто не готовы, они должны понести как бы недостатки друг друга. Для этого нужна сила, и для этого нужна опытность и помощь Господа.